Чтобы декабрист всегда распускал свои прекрасные цветы в зимний период времени, ему необходимы регулярные подкормки. Какие средства лучше всего подойдут этому любимому всеми растению, мы расскажем в нашем сегодняшнем видео. 1 грамм борной кислоты разводим в небольшом количестве горячей воды, а затем доводим холодной до объема в 1 литр. Таким раствором обрабатываем зеленую часть нашего зига-кактуса. Для полива под корень кислоту разбавляем из расчета 1,5 грамма на ведро воды. Данное удобрение усилит интенсивность цветения. 1 мл йода заливаем 10 литрами воды и используем для полива аккуратно по краю горшка. Такая подкормка улучшит обменные процессы, происходящие в тканях растения, и послужит отличной профилактикой различных заболеваний. Банановые шкурки тщательно промываем и высушиваем в духовке или естественным путем на батарее. Темно-коричневую кожуру измельчаем в кофемолке до порошкообразного состояния и вносим в горшок нашему декабристу. Так грунт насытится кальцием, калием и фосфором. 20 мл перекиси водорода растворяем в 1 литре воды и поливаем цветок под корень. Данное средство улучшит воздухообмен почвы, ускорит рост и защитит растения от вредных микроорганизмов. Завариваем крепкий черный чай и используем для полива декабриста вместо воды. Такое удобрение способно простимулировать цветение. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.